Движение будет ограничено с 7 января по 21 марта 2014 года. Напомню, указ об ограничении въезда на территорию курорта был подписан президентом 19 августа. В связи с этим на сайте администрации sochiadm.ru в разделе «Пресс-служба объявления» созданы специальные формы для заполнения таблиц. В зависимости от направления отрасли предприятия, будь то розница, объект общественного питания или оптовой торговли, санаторно-курортного комплекса или перерабатывающей промышленности, руководители должны внести данные о транспорте и водителях. Администрация города должна подать перечень физических и юридических лиц, которые используют транспорт на предприятии, транспорт, который не зарегистрирован на территории города Сочи и будет въезжать 7 января 2014 года на территорию города Сочи. Автотранспортные средства, которых зарегистрированы на территории города Сочи, они аккредитации не подлежат в соответствии с указом, но на сегодняшний день они также подают нам эти сведения для чего? Потому что кроме аккредитации будут введены также еще некоторые фильтры. Сведения необходимы для формирования маршрутов, графика завоза и развоза товаров и продуктов, а также подготовки пропусков и подачи заявок на аккредитацию. Формы, завизированные подписью руководителя и печатью, должны быть направлены в адрес Управления потребительского рынка на сайт torgsochi@gmail.com в течение 7 дней. Подробную информацию можно узнать по телефону горячей линии 264 32 35.